Let's meet the challenger, fighting out of the black corner. He's a two-time K-1 World Grand Prix finalist, and K-1, and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters, he weighed in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco, ladies and gentlemen, the baddest, Badr Hari! And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his eighth defense of the belt. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout. Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters, he weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Once again, the referee in charge of this championship bout at Sushi Onare. Okay, 3 minutes, 5 rounds, okay? It's a clean fight. Okay? Ну что ж, начинается у нас первый раунд. Жесткие лоу-кики от Бадра Хари. Самый плохой парень против короля кикбоксинга у нас сейчас. Воистину так. Жестко-жестко работает Верховен. Засаживает этот удар справа на руках. Он чемпион. Ему нужно действовать уверенно. Лоу-кик от Рика Верховена. Кстати, лоу-кики были... заявленный как один из ключей к успеху в поединке. И мы видим, что без раскачки практически начали ребята. Ну, естественно, они друг друга знают очень хорошо. Да, оба долго ждали этого дня. 3 года назад состоялся их первый поединок, где во втором раунде техническим нокаутом выиграл Рико Верховен, потому что Бадр Хари сломал руку прямо в ринге. Бадр Хари, мы видим, очень сильно заряжен. Пролетают его боковые. И на джебе старается держать своего соперника Рико Верховен. Выбивает буквально ноги. Опа! Это нокдаун тяжелый. Ну и что считают Верховену. Время для Бадра Хари. Полетит добивать или нет? Сейчас увидим. И считают, мне кажется, так несколько медленно даже. Ну, не, Верховен. Верховена так просто не взять, мне кажется. Бадр Хари не полетел добивать. Прекрасно понимает, что может вымахаться. Перед ним, да. Хотя вот сейчас решил помахаться Бадр. Клинчует Верховен. Ну, все, а правильно. Что ему еще делать, все правильно делает. На кону слишком много у Рико. Ну, кстати, ты знаешь, такое ощущение, что не выглядит очень сильно потрясенным, да, Верховен. Да. Такое просто скорее... Не, ну это нокдаун, легитимный. Ну понятно, это... флешку пропустил. Я не говорю, что это нелегитимный нокдаун. Ну вот я нет, тому, это что... нормально, обычный нокдаун. Я бы не сказал, что это прям флешка такая, прям как укус комара. Нет. Ну не успел понять Рико Верховен, что там произошло, мне кажется. Успел только понять, когда я на колено опустился.
Ну а Бадр Хари, я думаю, все равно будет держать в голове этот момент. Ну, конечно. Зашел у него боковой, и будет он, сейчас он взял паузу, будет выцеливать все равно. Я думаю, додержится до конца первого раунда Рико Верховен. Ну, тут, мне кажется, уже нет никаких сомнений, абсолютно восстановился Рико. Ну и на лице след остался от этого удара у Верховена, кстати. Под левым глазом там такой. Мощный хай-кик от Бадра Хари. Ну и подгон, такая подсечка, лоу-кик от Верховена. Очень драматичный первый раунд чемпионского боя. Но здесь очень важно, насколько восстановился Верховен, восстановится за перерыв. Я думаю, что да, он пропустил, был нокдаун, но тем не менее, судя по поединку, пришел в себя уже. О, хороший, ну, так, такой, да, крючок он взял. Не увидел. Не-не-не, это не флешка. Это такой нормальный нокдаун. Там вкладывал корпус. Ну, да, там, да, вкладывал корпус Бадр Хари. Обманул, мне кажется, Хари Верховена. Жаль, я не знаю, голландский, он же нидерландский, а то бы перевел с удовольствием. Ну что ж, мне интересно, поменяет ли тактику Рико Верховен. Кто знает, сейчас увидим. Но правда, на наших глазах творится История кикбоксинга. Действительно, Рико Верховен впервые в Глории побывал в нокдауне. Хорошо! Такой размен мощный. Разозлился Верховен, готов порубиться. Да. Рико пошел возвращать. Опа! Да! Рико действительно разозлился. Слушайте, этот бой может не пройти всю дистанцию. Да, но уж. Но я, по крайней мере, очень надеюсь на это. Не то чтобы я кровожадный, но хочется, ну, прям... хочется зрелища. Да, такой главный эпики. Бой. Хочется эпичного завершения, эпичной истории. 1-1 или 2-0. Вот в чем вопрос. Да. После этих тяжелых ударов, кстати, взял паузу Верховен. Прекрасно он понимает, что все-таки может бой затянуться. И силы ему понадобятся. Обменялись сейчас лоу-киками, мидл-киками. Бойцы мажет Бадр Хари, а в удар он в этот вкладывался. Сдвоенный джеб от Рико Верховена. И еще один. Фронт-кик. Взял паузу Бадр Хари. Будет взрываться, видимо, через какое-то время. Хай-кик. Попытался, да, провести вертушку даже, я бы сказал. Лоу-кики. Вот будет отшибать ноги Рико Верховен Бадру Хари. Ну, а Бадр постарается попасть так же, как в первом раунде. Хороший хай-кик. Прекрасный апперкот от Рико Верховена. Мы видим, восстановился. Стал пробивать защиту Хари он. Пришел в себя Рико Верховен. Идет без удара вперед Хари и натыкается на жесткий апперкот. Да. После этого приклеивается, кстати, Верховен. Попадает Хари, но не удержал равновесие. Вот то, о чем говорили, нужно, даже обязательно нужно Рико Верховену правильно использовать пространство ринга. Жесткий правый боковой от Бадра Хари. Ну, выбивает ноги из-под соперника, кстати, лоу-киками Рико Верховен. Ну, когда 120 килограммов в тебя влетает, я думаю, мало не покажется. И даже вот, если визуально посмотреть, как... в два раза больше ноги у Рико Верховена, это правда. Ну, и статистика ударов, именно ударов руками, конечно, сокрушительная в пользу Бадра Хари. Подходит второй раунд к концу, и арена болеет за Бадра Хари. Армия Бадра Хари, да, из болельщиков. Ух! Второй раунд позади. Мне интересно, кому отдадут судьи второй раунд. Скоро узнаем.
Ну что ж, третий раунд. Бадр Хари, Рико Верховен. В первом раунде побывал в нокдауне Рико. И второй раунд отдают ему. И, пожалуйста, вот как сглазил. Хай-кик. Второй нокдаун Рико за бой. И мне кажется, не понимает Верховен, что происходит. Он немножко... Он растерян. И серия ничего не предвещала. Чемпион не понимает, что происходит. У Бадра Хари масса времени. Я таким Рико Верховена еще никогда не видел. Я думаю, сейчас может попытаться закончить бой досрочно Бадр Хари. Ну вот это было, мне кажется, лишним. Что неужели такое? Опять травмировался? Да ладно! Я не верю. А что ли он удар пропустил? Я понять не могу. Открываю счет. Бадр Хари, и все. Бой закончен. Слушайте, хотелось бы повтор, что там было. Да, я не совсем понял, что произошло. Пытался провести вертушку Хари. И пропустил, удар разве? Пропустил ли? Пропустил Мне кажется, ли удар? Он сам себя травмировал. Даже Верховен пришел спросить, что произошло. О, там, по-моему, что-то с коленом. Да, судя по всему, травмировался Бадр. Ох, как ему обидно-то! Невероятно обидно. Просто не... Ну, вы сами слышите, насколько ему обидно. Мне кажется, это подарок судьбы для Рико Верховена. Второй раз бьет с Бадром Хари. Второй раз Бадр Хари проигрывает не по своему, как сказать... Ну да. Не из-за соперника. Не из-за соперника. Только оформил второй нокдаун. Да. И причем пошел. Такой серьезный нокдаун. Что-то с голеностопом у Бадра Хари, не с коленом. Ну, вроде бы не сломал, ну, по крайней мере, не открытый перелом, это уже хорошо. Да. Подвернул. Ну, то есть он просто не может встать на ноги. Да. Ну и, естественно, плачет Бадр Хари. Ну, его можно понять. Мы понимаем его эмоции, да. На ровном месте просто, что называется. Да, он чемпионский пояс потерял второй раз за 3 года на ровном месте. Давайте смотреть повтор. Так. Нам, я так понимаю, сначала покажут нокдаун. Ну да, Верховен пропустил, конечно. Так, дальше что случилось? Вот момент. Нам нужен повтор. Не этот. Момент, когда, да... Это нокдаун. Когда получил травму. Где-то здесь должна была быть вертушка. Вот здесь, вертушка. Так. Падает Бадр Хари, и у него сразу что-то с ногой. Он попытался подняться. Неудачно приземлился. Может быть, он об голову Рико Верховена повредил ногу. Вот он попал. И после этого как раз за левую ногу, которую он наносил удар, он держится. Он попал в блок. Он попал в блок. Или в локоть. Нет. Ну, куда-то между перчаткой и бицепсом Рико Верховена. Неужели настолько твердый бицепс Рико Верховена?